Ну что, замесим хлеб. Давайте расскажу, что у меня уже здесь есть. Жидкости сколько-то, примерно с пол-литра должно быть. Дрожжи у меня уже разошлись, здесь было меньше жидкости, грамм, наверное, 300. Сейчас я добавлю еще, видите, дрожжи играют. Одна столовая ложка у меня сахара здесь была. И дрожжи где-то 10 грамм. Все, вот сейчас примерно пол-литра воды здесь. Добавлю сюда же одну чайную ложку соли обычной, крупной. Сейчас, друзья мои, без паники. Одна чайная ложка соли, ну, примерно вот пол столовой ложки. Не хочу чайную брать, потому что все равно буду это вымешивать. Сюда же я добавлю где-то ложек 6-7 масла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Такой быстрый хлеб. Недолгий. Вообще тесто. Можно хлеб, можно батоны. Можно чего хотите, то и делаете. Так, и муки. Муки, чтобы замесилось тесто. Спрашивают все равно, сколько же, сколько муки. У вас ориентир примерно, если у вас 500 грамм воды, жидкости, ну, примерно килограмм муки. Это ориентир. Сами вы должны смотреть по тому, какое получается у вас тесто. Я немного добавила, я по-любому знаю, что это сейчас недостаточно муки, но я вмешаю ее и посмотрю. Я даже, знаете, как сегодня испеку батоны, которые быстрые, оставлю тесто, часть, на ночь в холодильник, прям поставлю, чтобы оно у меня там стояло, и завтра испеку батоны. Сегодняшние батоны, они будут мягкие, и корочка у них будет хрустящая, короткий промежуток времени. А это же тесто, но только которое постояло в холодильнике до завтра. И завтра я его испеку, корочка будет хрустящая до тех пор, пока вы не съедите этот хлеб. Потому что это тесто становится как на закваске. И завтрашний хлеб будет отличаться полностью от сегодняшнего. Хотя тесто будет одно и то же. Почему? Потому что за это время, пока оно будет стоять там 15-16 часов, оно будет созревать, это тесто. Попробуйте, проэкспериментируйте. Мне так нравится, очень вкусно получается. Муки бабахнуло, сейчас посмотрю. Нормально, вовремя остановилась. Какой объем чаши, не знаю, литра 4-5, наверное, примерно, приблизительно. Я даже сейчас вымешивать руками не буду. Я оставлю, чтобы это тесто само по себе побродило, впитала мука в воду, вода впиталась в муку. И где-то минут через 30 буду с ним работать, но не сейчас. Все, оставляю вот такой комочек. Очень липкий. Я бы даже не сказала, что это комочек. Это такая вот... Вот такое очень-очень липкое тесто. Очень. Сейчас, если вы туда руками залезете, будете отдирать долго. Такое оставляю. Есть еще такой вариант. Вы можете вот сделать все то же самое. И не останавливаться на полпути, как я сейчас, не останавливаясь. Добавляете муки и месите. А давайте вот на половине я вам покажу. Сейчас. Из половины этого теста я вам покажу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Давайте я возьму половину теста из своей чашки. Только я сейчас это тесто буду отсаживать уже на муку. Еще быстрее батоны у меня получится.
половину отсюда возьму, а половину оставлю, вот это уберу в холодильник. Это будет завтра хлеб. Добавлю туда муки потом чуть-чуть еще. А это будет сегодня хлеб. Вот оно очень липкое тесто. Отсаживаю на муку и сейчас буду месить до тех пор, пока тесто полностью не станет гладким и не перестанет прилипать к моим рукам. Масло уже не беру, беру только мукой. Сколько муки надо, не знаю, пока не перестанет прилипать к рукам. И тут именно месить надо, по чуть-чуть подмешивать муку. Вы можете это сделать в тестомесе, если вы хотите. Можете делать руками, если вам хочется поразвлекаться, почувствовать весь кайф от замеса хлеба. Вы можете это делать руками. Вы можете оставить тесто, чтобы оно у вас полежало, чтобы вам было попроще. Перед тем, как вот так вот его месить, пусть оно полежит, если вы так хотите. Дрожжевой хлеб готовить, это вот, ну, я не знаю, что может быть проще. Только если лепешки какие-нибудь, да, без расстойки, без ничего, быстренько сделать все. А так дрожжевой хлеб, когда-то я боялась, зря боялась. Очень даже просто, никаких проблем с этим не возникает. Когда вы вымешиваете тесто руками или тестомесом, у вас мука вот становится вот эта клейковина, да, вырабатывается, или как это назвать. В общем, у вас меняется мука прям на глазах, не мука, а тесто меняется на глазах, и вместо такого мокрого куска становится приятный, податливый кусочек теста, который будет подходить, и будут очень классные батоны. Кстати, если именно вот так вымешивать, вообще, по моему опыту, минут 20 надо месить. Ну, сегодня я делать так не буду. Но если вы готовите именно вот такие батоны, батоны же это называется, сейчас начнут меня поправлять, именно вымешанные, то они, ну, по-любому получаются воздушные, классные, мягкие, здоровские, очень вкусные. Чем проще работать, как вот на пулише, как, например, это как будто бы мы пулиш поставили, да, сейчас с вами, ну, грубо говоря, на завтра, так там месить ничего не надо. Оставил, дрожжи сами по себе работают, и завтра уже быстренько мы сформируем хлеб и отправим его печься. Все, даже делать ничего больше не будем, муки маленько добавим, чтобы можно было хоть как-то с ним работать. Но там будет корочка хрустящая, такая обалденная. Именно потому, что созреет тесто в холодильнике. Оно и 2 дня может там постоять, с ним ничего не будет. Животина перестанет драть диван. Вот это тоже можно на ночь замешивать. Видите, липнет еще. Я подсыпаю, мука входит, тесто не забитое. По чуть-чуть подсыпаем и именно месим. Из-за того, что мы месим, у нас тесто начинает преображаться. Именно из-за процесса вот этого вымешивания. Почему даже вот на тестомесах месят? Чтобы вот эта вот клейковина образовалась, чтобы мука поженилась с водой, случилась у них любовь. И они, в общем-то, стали плавные, нежные, вкусные, любящие друг друга частички, которые потом превратятся в мягкий, воздушный, вкусный хлеб. У меня пшеничная мука высшего сорта, Макфу всегда беру. Говорят, что можно добавить к этой муке пшеничной 2/3 пшеничной муки, 1/3 ржаной. И тоже будет вкусный хлеб, ну, с нотками ржаного хлеба. Я такой не люблю. Мне нравится белый хлеб. Уже по-другому себя тесто ведет. Поприятнее стало. Если хотя бы у вас есть сил минут 10 или в тестомесе 10-15 минут его месить, попробуйте. Сделайте такое. Вам понравится этот рецепт. Да рецепта-то никакого нет. Господи. Кинул дрожжей, кинул сахара, воды налил тепленькой,
Все, поставила пару. Разошлись дрожжи. Как все разошлось? Добавил соли по вкусу. Ну, в моем вкусе примерно чайная ложка на пол-литра воды. Можно больше, если вы любите побольше. Масло. Вот на полюш масло не добавляют. Ну, я добавила, тоже будет вкусно. Увидите. Мука, соль, вода, дрожжи. Масло по желанию, можно без масла. Помесили, замесили, дали ему пару раз расстояться, чтобы дрожжи поработали. Раз, перебили, через там часик еще раз перебили. И поставили печься. Можно воду ставить в духовку, в разогретую сковородку, вниз под противень. Можно не ставить, если вы не хотите. Не имеет значения. Если воду поставить, у вас будет такой хлеб румяный прям, знаете, золотистая корочка, румяный, красивый. Воду не поставите, но тоже ничего страшного, я и без воды пекла. Перед тем, как выпекать, не забудьте сделать надрезы только на ваших батончиках. Все, на максимальной температуре я всегда пеку до золотистого цвета. Когда-то были у меня рецепты, по которым я только начинала печь. Я строго придерживалась рецептов, и у меня мог не получиться хлеб. Ну, почему-то. То мне казалось, не казалось, а я вот не понимала, когда хватит, когда надо остановиться. То тесто у меня было жирковато, то забитое. Строго по рецепту, когда делаешь, муки строго по рецепту насыпал, все, не получился хлеб. Вот мне недавно девушка писала, он у меня как будто сырой внутри. Потому что она делает, например, по рецепту, видать, а у нее другая мука. В этом деле, вот в деле... Хлебопека, или как это назвать? Кто вы? Кто мы? Тот, кто печет хлеб в домохозяйском. Тут интуиция должна срабатывать. Вы должны понимать. Вот вы смотрите. Смотрите. Достаточно муки. Все, замесили. Мягкое, приятное тесто. Но оставьте его полежать. Посмотрите. Первый раз делаете, второй раз делаете. Ну, первый раз, если не получилось, то второй раз точно получится. Просто вы должны сделать работу над ошибками, сами понять. Чего вам там не хватило? Соли, сахара, может быть, дрожжи у вас не сработали, может быть, мукой забили. То есть вот вы когда готовите, не бездумно делаете, а наблюдайте, какое у вас тесто получается. И все. Если даже с первого раза у вас что-то не получилось, то со второго точно получится. Минут 10 я месила свое тесто. Оно мягкое, не забитое мукой, но при этом оно не липнет к рукам. Именно сейчас это тесто я убираю, это будут у меня батоны. Я убираю в пакет, на две части разделю, в два пакета у меня будет. В два обычных полиэтиленовых формовочных пакета одноразовых. И оставлю минут на 30-40. Пусть тесто подойдет. Почему в пакетах? Не заветрится, ничего с ним не будет, так удобно. И вот две части. Убираю в чашечку. Так, а что делаем с этим? А с этим ничего не делаем. Это жидкое мы оставляем. Пусть сейчас разок подойдет. Я его перемешаю через часок тоже. И, может быть, добавлю муки, а может быть, и не добавлю. И беру в холодильник до завтра. Будь здоров.